Бог есть любовь. И вот если вы это чувство знаете, что вы можете помочь ближнему, протянуть руку и не считать себя, понимаешь, и не гордиться этим, то это как раз вот это и есть божественное движение. Ну, некоторым еще даны, вот так как Сергей Александрович Есенин, с чего мы начали. Сергей Александрович Есенин был замечен священником села Константиново, попом, отцом Иваном, церковь Казанской иконы Божией Матери. Он его крестил, он венчал родителей Есенина и крестил ребенком, и дал ему имя Сергея в честь преподобного Сергия Радонежского. Он в пятилетнем, когда ему было еще 5-6 лет, он матери говорил: «Твой парнишка, твой сын, говорит, Богом меченый, ты знаешь? А в чем дело?» В чем она спрашивала? Говорит: «Я таких исповедей ни от одного человека не слышал, как он исповедуется». Вот его главный талант в поэзии – исповедальность, искренность, чистота помыслов. «Я сердцем никогда не лгу». Это и делает его великим, это превращает его и в пророка. Потому что он очень чувствен к правде. Если почитаете, ну, у него даже и произведение называется «Исповедь хулигана». Ой, хулиган, хулиган. Ну, какой он хулиган?